Теперь мы переходим ко второму посланию. And we'll listen to the first five verses, и будем читать первые пять стихов второй главы. В седьмой месяц, 21 день месяца, было слово Господне через Агея пророка. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, сыну Иисусу, сыну Исидекову, великому Иерею, остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом прежней его славы, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободритесь ныне, Зарававель, но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и произведите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. All right. This prophecy took place 1 month after the previous prophecy. Это пророчество было изречено через месяц после предыдущего пророчества. And the 21st day of the 7th month. А 21 день седьмого месяца. Was the very end of the Feast of Tabernacles. Это был конец праздника кущей. Read about that in Leviticus 23. Об этом мы читаем в книге Левит 23 главе. And the context is that the people will be making comparisons. В чем состоит контекст? Люди будут проводить сравнения. Between the temple of Solomon. Между храмом Соломона. And the temple that is being built now in Jerusalem. И храмом, который сейчас строится в Иерусалиме. By Zerubbabel. Под руководством Зарававеля. That the temple in Jerusalem was destroyed in 586 BC. Итак, храм в Иерусалиме был разрушен в 586 году до нашей эры. Haggai is prophesying in 520 BC. Агей пророчествует в 520 году. So if anybody standing with Haggai had also seen Solomon's temple. А если бы кто-то, кто стоял плечом к плечу с Агеем, видел храм Соломона, they would be very old people. Это уже должны были быть очень пожилые люди, who had been very young when they were taken away into captivity. Которые еще в своем раннем возрасте были уведены в плен. So, a very young child. То есть практически ребенок. At 586, at the destruction of the temple. В 586 году, когда храм был разрушен. Would be a very old man or woman when they are watching Zerubbabel's temple being built. К 520 году был бы уже очень стар, ну достаточно человеком преклонных лет, наблюдая за восстановлением храма. And some of those под руководством Зарававеля. Were actually there. На самом деле, такие люди там действительно and были. We read about them in Ezra, об chapter 3. Мы читаем в третьей главе книги Ездры. Here's the historical parallel, это историческая параллель пророчества Агея. And we read that the young people, и мы читаем о том, что молодые люди rejoiced and cheered when the temple was being built, и ликовали, когда храм строился in Zerubbabel's day. Во времена Зарававеля. But the old people wept. А вот пожилые люди рыдали и плакали. And they wept because this second temple is nothing like the glory of the first temple. И они плакали, потому что вот этот второй храм был ничем по сравнению с той славой, которая окружала, которая наполняла вот этот первый храм. Solomon's temple had marble and gold. Вы помните, каким шикарным, каким великолепным был храм Соломонов? Использовались и золото, и мрамор, и другие какие-то драгоценные камни и очень ценные материалы для его строительства. If I did the calculations right, it was 500 million rubles worth of gold. Мне кажется, если я правильно посчитал, полмиллиарда рублей, на сумму полмиллиарда рублей, столько золота было использовано на строительство храма Соломонова. That was in Solomon's temple. I don't know if there was any gold at all in Zerubbabel's temple. Я не уверен, что золото вообще использовалось при постройке храма под руководством Зарававеля. So the big thought here in chapter 2. Поэтому во второй главе is this second temple is nothing. Люди постарше говорили, что вот этот второй храм очень малый, очень незначителен по сравнению с храмом Соломоновым. And the prophet goes on to rebuke that thought. Пророк эту мысль порицает. Because God's
estimate of grandeur differs from ours. Потому что грандиозность в глазах Бога это не то, что грандиозность в глазах человека. Verses 6 through 9. И в 6 по 9 стихи мы читаем такие слова. В стихах мы читаем такие слова. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». There were five in elements or five items in Solomon's temple that were not present in Zerubbabel's temple. Существовало пять элементов в храме Соломона, которых не было вот в этом последнем храме. Now just think about this. This is what's listed by the Jews as absent from the second temple. Задумайтесь над этим. Именно эти вещи перечисляются евреями как отсутствующие во втором храме. The Ark of the Covenant was not there. Там не было Ковчега Завета. The holy fire was not lit. Священный огонь не зажигался. The glory of God was not there. Славы Божией там не было. The Holy Spirit, which was God's, another way to say God's presence, was not there. Духа Святого, или другими словами, присутствия Божьего там не было. And the Urim and the Thummim, which the high priest used to prophesy, or the high priest used for various ministries, was not present. И особые камни, то, что использовались священниками для совершения служения, тоже там не было. The second temple will be more glorious than the first. И вместе с тем пророк Агей говорит, что второй храм будет больше, нежели предыдущий. Now, what does Haggai mean by that? Что он под этим подразумевает? Does he mean that in the continuing building of the second temple under Herod, it will be actually bigger than Solomon's was? Подразумевает ли он то, что если храм продолжать восстанавливать дальше, то при Ироде он превзойдет великолепие храма Соломонова? Or does he mean that the glory in the second temple? Или может быть он подразумевает, что слава во втором храме will be greater than the glory of Solomon's temple? Больше, нежели слава в храме Соломона. Because of the presence of the Messiah in the second temple. Да. Потому что там будет присутствовать Мессия во втором храме. And I think that's what he means. И я думаю, что именно это он и подразумевает. Zerubbabel's temple built in 516. В 516 году завершено строительство храма под руководством Зарававеля. Really was a very small, insignificant temple. На самом деле это не было грандиозное какое-то здание, это был достаточно простой. But in the days of Herod, дом Господень, но во времена Ирода, it would be rebuilt and expanded. Его перестроили, его расширили. Massive building. И это было грандиозное здание. Bigger than Solomon's. Теперь вот этот храм уже был больше храма Соломонова. And then, who would walk through that temple but the потом, Lord Jesus Christ? Кто входил в этот храм? Сам Иисус Христос. And as wonderful as the Shekinah glory was in the days of Solomon, the glory of Jesus walking through that temple would be even greater. И несмотря на то, что слава наполняла храм Соломонова, она была очевидна всем, а то обстоятельство, что сам Иисус Христос входил вот в этот второй храм, делает эту славу больше, нежели она была в храме Соломонова. So if you're a builder in this era when Zerubbabel is building the second temple, Поэтому, если вы строители, вы присутствуете и живете в те времена, когда Зарававель восстанавливал храм, и вы делаете все возможное, чтобы этот храм построить, и смотрите туда и видите, как все старцы плачут, because the temple you're building is so puny. Потому что то, что вы строите в их глазах, настолько незначительно и некрасиво. Wouldn't you be tremendously encouraged to know that in the end your temple will be more glorious than Solomon's? Разве не ободрило бы вас то пророчество, что в конце концов вот этот храм, над которым вы работаете сейчас, будет больше, нежели храм Соломонов? So this prophecy is to encourage the builders. Поэтому это пророчество в первую очередь было огромным ободрением строителям. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным.
поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинария».